Привет, друзья! Вы на канале Крипто Даша. Здесь на своем канале я делаю обзоры на различные проекты из мира криптовалют. И сегодня в моем обзоре будет снова проект Pupaty Finance. А именно, я расскажу о том, что у них сейчас происходит пресейл токена. Но сначала напомню, что в своих видео я никогда и никого не призываю инвестировать. Я просто делаю обзор и знакомлю вас с проектом. Куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, пресейл токена. Какова же стоимость токена? Сейчас на данный момент 0,00075 миллиардов на токен. Идет цена 0,026 доллара США. И токен сейчас на начальном этапе. Здесь поставка идет 30 миллионов токенов. Поставка это фиксированная, здесь невозможно положить больше токенов. Что же такое токен пул? Напомню, токен пул это токен третьего поколения, в котором 5% всех транзакций автоматически возвращаются держателям посредством смарт-контракта. Итак, если у вас есть токен пул, просто его наличие уже приносит вам пассивный доход. Вы можете использовать его для приготовления фермы, колы и сиропов. Здесь нельзя обмануть, поэтому его предложение установлено на уровне 30 миллионов токенов. Это также токен управления, где 20% первоначального дохода будет использоваться для выкупа и сжигания токен MSC и финансирования более широких возможностей инвестирования на платформе. Здесь также система защиты от китов. Существует максимальная транзакция с токенами, поэтому вы не можете позволить кому-то просто сбросить свои токены за ночь. Это токен финансовой платформы Pupaty Finance. Как же купить токен пул? Предпродажа токенов пула идет на их сайте Pupaty Finance Presale. Пока активен предварительный заказ, обменивайте VBNB на токен пул. Какова же стоимость, которая уже внесена в общую на данный момент сумму продажи пула? И как узнать, сколько же токенов я купил? Здесь все очень просто. Чтобы рассчитать, сколько токенов в пул вы получите в конце периода продажи, просто возьмите значение 0,00075 и разделите на сумму, которую вы положили в VBNB. Еще один такой интересный вопрос. Токен из пул совпадает ли с токеном MSC? Нет, это новый токен, который принесет компании MSC и поможет развивать платформу. Но у него также будут свои функции, и вы можете делать ставки, добавлять сиропы или просто удерживать его, чтобы уже получать пассивный доход. Так, купить токен пул очень просто. Просто у вас должно быть в кошельке BNB, переходите на сайт Pupaty Finance, конвертируйте свой BNB в VBNB, подтверждайте обмен, входите на пресейл, нажимаете кнопку «Утвердить» и в разделе «Ваш вклад» появится сумма, которую вы уже внесли. Выбирайте значение, какое вам надо, подтверждайте и дожидайтесь окончания предпродажи через блокчейны. Еще такой интересный вопрос, повредит ли токен пул токену MSC? Нет, здесь даже 20% выручки будет использовано для выкупа и сжигания токена MSC и повышения ликвидности, а также развития платформы. Токен пул поможет в структурной части платформы, ускоряя сжигание ресурсов до тех пор, пока все функции Pupaty не будут полностью развернуты. Он также будет финансировать сиропы с более длительным сроком действия и более высокими процентными ставками. С помощью токена пул вы можете зарабатывать, обменивать другие монеты в сиропах, выигрывать токен MSC, вкладывая пул в ставку, зарабатывать токен MSC на фермах вместе с токеном MSC, токеном пул в качестве валюты платежа на торговой площадке и в игре NFT. И также помощь в управлении MSC. И последний такой вопрос, как долго продлится предварительная продажа. Она будет длиться 35 дней, и вы получите свой токен, как только предпродажа закончится.
Вся подробная информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал и увидимся в следующем видео. Всем пока!